Вот наш сегодняшний улов с Романом. Во. Окуни хорошие, судачки зачетные. Ну, в целом неплохо. Вот это нормально, у Ромки падал. Есть, вот. Во. Ух ты, цитрин. Коридорчик зашли в такой и вышли на нашу родимую. Ой, плещ плывет, вот он. Лещи, лещи. И что, вон туда, да, нам? Или вон там за? Вот про это он говорил. Вот течение, видишь, идет. Вот оно. Да. Так, вот ближе, поближе к кустам. Из-за вот этого куста давай встанем, будем кидать туда. Какой? Почему стой? Вот так вот, чтобы мы вот так кидали. А. Вон уже скачет. Че, якоримся, че? И все, и как, и вот так кидать будем. Хотя мы этот-то не поставили на хухомут. А мы его и не взяли, да? Почему хомут это здесь? Ну все, нас поставило, в принципе, нормально. Давай попробуем, у меня уже все стоит. На отводной. Течение сильное. Опа. Вот это что-то, смотри, какое всадило. Не форсирую. Просто на первом забросе. Окунь. Окунь? Хороший? Нормально. Хороший окуняка. Вжарил на первом же забросе сразу же. Порвал ему губу. Такой вот окушочек взялся. Так, ну что, доставай этот садок. Дай ты. Так, садок привяжи пока. На первом же забросе сразу бах и есть. Так, на якоре точно, да, нам можно без жилета? Да. Так, ну что, ребята, давайте порыбачим. Сегодня мы на оби. Задача — окунь и судак. Первого окуня я уже поймал. Груз надо было побольше мне поставить. Так, у меня здесь что стоит? 11 поставлю я потяжелее. Поставлю я вот такой вот. Так, 18 поставлю. грамм, течка большая, ставим потяжелее, чтобы у нас, но это правда предел моего спиннинга. Запас. Какой аргумент? Да.
Вот это хорошо ушло. Оба, есть. Бьется. Хороший, 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 смотри. Угу. Есть очередной. Очередной пацан взялся. Хорошие окушки, да, идут? Ну да. На какашку берут это. На какашку. О. Все, не буду баловаться ерундой. А? Я говорю, не буду баловаться ерундой. Займешься рыбалкой, да? Да. Есть. Далеко взялся. Буду выматывать его полдня. Ну все, все, Сергей. Смотри, вот бьется, бьется, бьется. Останавливаетесь уже. А хватит. Чем мне останавливаться? Я хотел нормально порыбачить хоть раз. Вон тащится, тащится. Ну мелкий. Ну это писюнчик. Ну. Этого старикана мы отпустим. Так. Такие торпедочки прям шикарненькие. Начнем мы бело-розовой торпеды от компании Волта. Волта самая, выручает всегда, везде, на любом водоеме. Вроде бы, ну, что такое? Есть, еще поклевочка. На каждом забросе. Ну, там что-то помельче. Вот здесь вот натечка-то покрупнее была. На, держите, батюшка. Здесь, видишь, малость из-за стечки сопротивления идет. Ну, вот я, видишь, вот-вот, тяну его, тяну. Ну, такой пойдет. Напиваю на засолочку. Ух ты, сразу. Ну. Есть. Подсел. Хороший. Просто окуневая лупилова. На течку вышел. Хорошо. Ой, у Ромки взялся. Вот мой бьется. Бьется, давай, давай. Убирай спину вперед немного. Вот. Ух ты. Прям сопротивляется. Сейчас потерпи чуть-чуть. Мелкий. Я думаю, может быть, нам переставиться туда поближе, потому что вот на выбросе. Хотя... Диман говорил, что это, ближе подходишь, не берет? Да. Итак, ну что, привет, друзья. Привет, привет всем. Пока вы спите, батонитесь там в своих тепленьких кроватках перед первым рабочим днем очередной недели, мы с Романом уже на воде, на нашей Оби, в Юном Ленинце, но уже с лодки. Сегодня мы заряжены рыбалкой на отводной поводок, на... Наши приманочки ходовые, на которые мы рыбачим. Ну, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Поэтому продолжаем. Так, сегодня у нас по приманкам будет Lucky John 2,4 дюйма. Вот такие вот расцветочки. Ну, соответственно, двухдюймовые тоже. Двухдюймовые тоже. Все вот топовые цвета по окуню будем пробовать. Ну и, конечно же, мы не... Обделим вниманием Олту. Торпеды олтовские хорошо работают по окуню и по судаку. Ну и мелочевка, казарочки и годзилочки. Вот такие тоже все попробуем.
Постараемся попробовать, по крайней мере, так. Ромка тут сует свою коробку какую-то. Да, это... Давай. Ромка тут, вот он, Ромка. Так, это что у нас? Это у нас себе лёлтовский. Да, это что, 95-й ты взял? Нет, 65-й, 75-й. А, 75-й, да. А здесь что у нас? Здесь торпедки. Торпедки тоже волтовские. Так, но у меня еще вот здесь вот есть. Вот еще есть 2,9 дюйма. Лакиджоновские тиоги. И. Ну и тоже в запасе есть немножечко торпедки волтовские. Покрупнее. На судака, может быть, получится. В общем, Ромка делает очередной заброс. Кого ждать? С моря погоды. Мы лучше покосим окуня. Тем более мы не на море, да. Волны нет, но течка дикая. Да. У нас тут уже тут рыба в садочке имеется. Поэтому надо этот садочек битком сегодня забить. Есть, есть, во. Так, вот она, смотрите, как удочка гнется. Гнется удочка, очередной окунь подсел. Очередной окушара. Каждый заброс по клевке есть. Да, практически каждый заброс у нас по клевка. Ну и рыба почти что каждый заброс. Что-то хорошенький такой. Ну что там у тебя? Что там? На глиссер не вывел его? Вот он, вот он, вот он. Хороший окушар. Ух ты! Вот это прям добрый. Прям хороший. Ну вот. Опять же олта. Арбузик. Да, Ромка сейчас вот на олтовский арбуз рыбачит на торпедку. Ну-ка, посмотри на меня. Вот такой вот. А вот прикинь, что было бы... О, взял. Взял, о, хорошо бьется, даже без течки. Это, прикинь, что было бы, если в Боровое бы приехали вот так вот в 5 утра. Там, ну там реально... Я тебе говорю, на судака прям можно было поднарваться. Смотри, бьется, бьется, бьется. О, прям. Хороший. Сойдет. Вот на такой цвет, на какашку лакиджоновскую. Вообще, один за одним. Просто. Вот он. Ух ты, вот это нормально у Ромки вмазал кто-то вообще лютый. Давай, давай, Ромыч. Выматывайся, ты выматывайся. Вот это тадач просто. Да подсака, если что, дотянешься. Да я что-нибудь придумаю. Ох ты, он влупил-то как. Чё ты давит-то, смотри. Судак. Судак? Да, давай, подсак. Ну тут... Не крупный судачок. Столько эмоций. Ну так-то зачетный. Ну да. Бери его. На выбросе, да? Да. Бело-розовая. Вот это да. До 28 грамм аргумент как гнулся. А вес у тебя какой стоит, грузик? 18. У меня 18. О, а вот сейчас нас, по-моему, потащило. Нет, а нет, это этот. Тащит. Тащит, стаскивай. Тащит? Конечно, подожди, не снимайся. Подожди. Подойди туда, ну, наверное, да, за кустик. Спрячемся.
нет, да, вот напротив кустов. Вот так. Сейчас. Как ты хочешь? Сейчас. Вот сюда к кусту подойти? Чуть поближе, да. Ну и все, пойдет. Все, кидай. Прям больше, давай еще опускай. Так мы пускаем, он сейчас зацепится. Еще стравливаю. Да он пока что еще за нами, он там внизу. Во. Вот так пойдет? Все, да. А если... Вот, что? Да я имею в виду, если приманку покрупнее поставить. Я вот тоже подумал об этом. Хороший окунек. Есть. Сошел. Вот это у тебя что-то опять будет его люто. И у меня тоже. У меня мелкий. У меня тоже не крупный. У меня вон он, на глиссер уже вышел. Ладно, это у нас ловит цвет. Надо есть. Же еще пару. Ладно, есть. Что есть? Да. Какашка вообще рулит. Но я хочу тоже что-нибудь другое попробовать. Бьется. Да нет, хороший. Нормально. Вообще хороший. О, такой вот. Они пока против течки бьются, себе губу все отрывают. Закидывай. Так. О, другой цвет. Арбузик. Так, я сейчас поставлю. Вот это было. Вот такой коричневый попробую поставить. Смотри какой. М? Смотри. Цвет. Вот он. Арбуз, да? Арбузик, да. Я коричневый поставил. Зацепил? Нет, рыба. М? Рыба. Чё там у тебя? Хороший окунь. Опять арбузик. А у меня вот этот браун что-то это, холостые какие-то несколько поклевок и все. Прогонистый. Ну. Мне что-то вот этот вот коричневый не очень пока что желтый понравилось. Попробуй. Поставлю я. Прозрачку. Такую вот. У меня сходы, знаешь, почему? Почему? А у меня крючок уже тупой. Поменяй. Сейчас я крючок поменяю. Так, вяжем Ромкиным узлом. Клинчом. Делаем несколько оборотов. Так вот. А потом вот так вот хобана. И вот сюда вот засунули это дело все. Вот. Все, перевязались. Где там моя прозрачечка была? Крючок помощнее. Сейчас мы дадим жару. Вот это другое дело.
Во, есть. Подсел тоже у нас. Мы укрупнились. Во, как бьется хорошо. Сейчас, во, вытаскиваем, смотри. Идет. Неплохой. Хорошенький. Хороший. Пойдет на прозрачку взял. Ну такую. Че? Нет, непонятно, что. Во, вот это есть. Вот это есть, зарядя. Смотри, вот это, смотри, хороший идет. Что-то смотри, как загибает. Слушай, вот это что-то интересное. Это может судак быть. Вот это гнёт. Смотри. Против течения еще пошел. Я сейчас не буду форсировать, чтобы не это. Вон. Поперек, что ли, забагрился или что? Ну, забагрился. Ну ты, бродяга, точно выдал приколюху. Че, багренку отпускаем? Отпускай. Он не хотел. Сегодня плыть на сковородку. О, вот это прям удар был. Прям тук, я почувствовал. Что идет как? Ну, пока что просто тянется, как пакет. Просто я в прошлый раз сильно форсировал, это, оторвал его. Судачок. Вот ты почувствовал тюк. Да, вот судачок мелкий. С ударом. Есть, хорошая зацепилась что-то. Ты что, говна поел, что ли? Смотри, как гнет. Смотри, как загибает. Бьется. Судак. Зажевал полностью. Зачетный судак. Зачетный. Смотри, он темные цвета игнорит, яркие хочет. Прям всадил конкретно. Ты вот на какой крючок? Ну вот тот, который был. Двадцатка вообще отлично отрабатывает. Я прям все чувствую. Так, ну там определенно что-то стоит. Да. И похоже надо приманку стать. У тебя какая стоит? Маленькая. Маленькая? Ну, бело-розовая. У меня 2.9 стоит. Ну, я вот этот, наверное, паловский поменяю. Я сейчас, знаешь, что сделаю? Что? Я сейчас поставлю ровно то же самое, что было у меня, когда мы только приехали. Я поставлю 2.4 дюйма какашку, только новую поставлю. И грузик поменяю. Не 20-й поставлю, а 14-й. Чтобы медленное падение было. И буду закидывать вот туда, куда ты сейчас закинул. Да. Есть. Смотри, какой хороший. Хороший окуняра. Ушел. Есть. Ну, тоже загибает, все равно хорошо. Нормально там сидит. Вот это окунь. Вот это обской. Ребята, окунь.
Хорош. Смотри. Да? Ну да. Такой прям окушара. Окунечек нехил. Ну вот. Наконец-то у нас очередной окунек отправляется в садок. Есть. Поклевка была. Вот где-то там вот есть рыба. Вот сейчас тоже пару поклевок у меня было. Есть. С ударом. Ты его до это доловил сидящего. Красиво, красиво идет. Угу. Очередной окушок отправляется в зоопарк наш. Почему он? Он, видишь, против течения, ему всю пасть раздалбливает. Он срывается, видишь как? Нету такого, чтобы он прям засекся. Он там себе всю дыру такую проделывает, пока бьется башкой. И все, исходит вот здесь в лодке. О! Есть! Сразу поклевка, прикинь. Хорошо идет. Есть, да? Прям. И у меня вот, видишь, я тащу до сих пор еще. Может быть, все-таки флексон подзатянуть. Смотри, как. Но он меня сразу на выбросе просто ударил. Ром, я сейчас буду вытаскивать. Немножечко спиннинг пододвинь свой. Вытаскиваю. Хороший. Окушок, хороший зал. Такой вот. Видишь? Раздалбливает пасть. Я просто вытащил у него приманку изо рта. Что, ты такой поставил, как я, да, цвет? Нет. А? Нет. Этот у меня. Тёга. Судачок шлёпнул. Судачок мелкий. Незачётник. Прям глухая такая, тук, поклевка. Хороший окунь. Был. Вот видишь, они... О, все, оторвал вместе с грузом. Знаешь, что сошел, почему? У меня же крючок же. Потому тупой. Что, я тебе говорю, пока мы тащим по течению, ему пасть, этот, где он крючком зацепился, ему все это раздалбливает. И к лодке он подходит уже с такой дырой, что он ему просто достаточно раз брекануться, и он просто сходит. О, сразу поменял крючок. А? Крючок, говорю, поменял. Сразу сел. Так, на двойник посадим. Ну вот окунечек. Да, посмотрим, как двойник сработает. Есть. Есть, подсел. Захавал. Ну тут-то он, блядь, на двойнике-то уже не сойдет на течении. Да, он ее всю в топку закинул. Хороший. Так, теперь нам надо... Вот, сход минимальный. О, есть. Ты признавайся, что ты не жрал. А? Вот и признайся, вот честно. Я, кстати говоря, ничего не ел. Тут покрупнее вроде как. И даже может и судачок быть. А может... Нет, это окунь. Хороший окунь, хороший. Прям он заглатывает, прям в путь. Так, здесь карцанг надо доставать. Ну-ка, дай-ка мне эту какашку свою. Прикинь, он в желудок прямо я заглотил. Покоцал всю мою какаху. Так, какаху тебе дать, да?
На. Есть, давай сюда, пацан. Практически каждый заброс с реализованной поклевкой. И опять заглот. Есть, прикинь, подлодка прям. Хорош, всадил. Это судак. Какой-то судак. Хрена себе, окуняра какой-то. Вот это окушок взял. Прям под лодкой. Сейчас покажу. Во. Хороший. Это ништяк. Такой для реки очень хорошо. Ни хера себе. Да, это что-то мощное у тебя взялось. Прям глухая такая поклевка. Судачок. А? Судачок. Судак так клюет глухими поклевками. Мелкий. Ну. Ну, хороший потяг получился. Туда же? Да вот здесь, давай зайдем. Вот, в принципе, тоже пятачок. Ну. Вон туда покидаем. Есть, прямо здесь взял. Есть. Прямо из-под кустов? Да, прямо вот здесь. Есть. Прям вот. Тут ловим чисто окуня. Окуни такие хорошие, в принципе. На шартрез берет. Смотри, смотри, вот, все, догнал. Добрал. Мелкий. Мелкий окушок. Три раза тюкнул. Есть. Хороший подсел. Хороший окунечек взял. Чуть-чуть бы и сошел. Есть? Угу. Смотри, как давит. Ух ты. Так это судачело какой хороший. Вот это судак. Зачетный. Я вот последнюю какашку поставлю. Да, неплохо. Прям съедобный. Есть. Есть? Да. Мелкий. Отправиться дальше. Воевать с мальками. Есть. Прикинь. Судак вот здесь прям сразу за кустиками стоит. Мелкий судачок взял. Значит, должен быть здесь покрупней. Есть. Есть. Вот это что-то мощное. Хорошее. Смотри. Хорошо идет. Аж. Хороший судак. Хороший судачок взялся. На казарку. Итак, ну что, друзья, вот такая рыбалочка у нас выдалась. Достаточно интенсивная. Половили окуня, проскакивали судачки.
Время уже обед, солнце вышло и просто жарит, люто просто жарит. Ничего не помогает, ни эти крема всякие солнцезащитные, ничего не помогает. В общем, половили. Половили окуня. Вот он наш сегодняшний улов, да. Неплохо поймали. Вот так вот наловили мы немножечко сегодня рыбы. Пойдет. Ну и для очередного дня, проведенного на реке, я думаю, это более чем достаточно. Поэтому мы все сматываем удочки и газуем домой. Все. Всем ни хвоста, ни чешуи. Увидимся на реке. Всем пока. Всем удачи. Ты так всегда говоришь, всем удачи. Все.